Всем привет, добро пожаловать на урок t4.2, программирования на языке Lua в Roblox. На самом деле этот урок подойдет не только для Roblox, а вообще для всех реализаций Lua. Так что если вы учите Lua, то этот урок про библиотеку работы со строками, который называется String, подойдет для любой Lua. А, ну, тут небольшие нюансы в Roblox, про них я расскажу. И некоторые функции мы разберем не очень подробно, потому что это... Тема для отдельного урока. И, скорее всего, те функции не пригодятся вам в том же Roblox. Если вам будет интересно, почитайте. Есть книжка на русском языке, программирование на языке Lua. Там можно прочитать. Так, с чего начнем? У нас есть сайт официальный Roblox. Библиотека String здесь описана кратенько. В принципе, как и везде, нам поможет краткий справочник. По Луа. Вот смотрим адрес. Я про него уже говорил в первых уроках программирования на Луа. Ну, видите, здесь помощь небольшая. Вот они, все эти функции на экране уже строковые, их немного. Еще помогут какие-то другие сайты, в том числе мы даже узнаем некоторые секреты языка C. Первый секрет это что язык Луа написан на языке C, поэтому Луа так быстро работает. И так хорошо дружит с языком C. Но это ладно, неважно. Так, картинок у нас сегодня не будет. Будем печатать вот, в консоли. Output. Oh, так, ну давайте по порядку. В принципе, э, сами функции точно такие же, как и в русском описании, как и в других описаниях. Поэтому давайте посмотрим. Начнем. Итак, библиотека называется string, поэтому все функции называются string. Начинаются с префикса string. Ну а дальше идет уже сама функция. Поэтому мы когда хотим, ну Считайте, вот полное имя функции, например, string byte. Что делает эта штука? Мы передаем первым аргументом строку. Есть еще второй и третий аргументы, они не обязательные. Если мы передаем строку, но забыли передать второй аргумент и третий, ну давайте лучше смотреть. Вот у меня какая-то строка, написано карамба, специально здесь пробел пропустил. Так, и давайте Давайте сразу будем печатать, что нам эта строка будет выводить. Печатать будем с помощью принта. Print. И вот видите, как я сделал. Ну, чтобы нам принты и его скобки не мешались, я можно в одну строчку это все написать. Вы же понимаете, да? Я буду вот так выделять. Итак, попробуем напечатать. Не смотреть на эту функцию. Это мы потом будем разбирать. Итак, у нас есть строчка карамба и есть вызов той функции, которую мы хотим сейчас изучить. Byte. Эта функция должна возвращать числовые значения, ну, коды, коды символов, коды букв. Вот у К большого код 75 в таблице ASCII. Ну, давайте попробуем, даже найдем. Если я не писал, да, просто ASCII. Так. Ну и давайте проверим. Большой, большая буква К. Где у нас тут? Так, так, так. Да, вот 70, 75 десятичное число. Ну ладно, будем по этой табличке сверяться, если что. Так. Итак, эта функция. Мы ей передаем строку, в которой хотим узнать код, числовой код буквы, определенной буквы. Если мы хотим узнать код не первой буквы, а любой другой, мы должны указать аргумент следующий. Например, вот я хочу узнать код второй буквы. А там у нас K маленькая идет. А, нет, там А маленькая идет. Давайте запускаем. 97 код. Давайте проверим, что у нас тут. 97. Так, да, вот А маленькая 97. Хорошо. Так, а если мы хотим сразу получить коды нескольких, а, нескольких символов, как последовательность, а, не табличку, а несколько, чтобы результатов нам вернула функция? Так, ну давайте, значит, со второго по четвертый. Сколько всего здесь, значит, символов вернется? Второй, третий, четвертый. Три. Или запускаем? Должны три числа получить. Отлично. Давайте проверим вот этот 114, 114 и больше, наверное, проверять не будем. Поверим, что так, 114. Да, это буковка R маленькая. Отлично. Так, ну и заметим, что работа со строками подразумевает, что одна буква это один байт. Здесь есть у нас в нашем Roblasе библиотека для работы с, с, со строками в кодировке UTF-8, там одна буква может быть закодирована от 1 до 4 байт. Так, ну ладно. По-моему, с этой функцией вы разобрались. А ну, могу подсказать еще так, такую фишку. Например, если вы хотите сразу получить э, таблицу, например, таблицу с результатом этой функции, например, t, Окружаем фигурными скобками. У нас получится Т. В табличке Т вот эти три числа. И можем, как пример, давайте вот здесь через запятую. Или можно еще один принт сделать. Давайте. print Т. В Т у нас три числа. Давайте сделаем, чтобы напечатало третье число. И оно должно будет совпадать а, с последним числом в предыдущей строчке. Ну, 97 должно быть. Да. Все работает. Так. Отлично. А, давайте дальше смотреть. String byte. String char. Но эта функция работает наоборот она из вот такой последовательности чисел, кодов, букв, она возвращает нам строчку. Давайте посмотрим, что по-русски. возвращает символ. Принимает 0 или более целых чисел. Интересно. Давайте посмотрим. Так. Например. Давайте. Так. S2 строчку. точка char и здесь можно сколько-то чисел перечислить чисел перечислить прям масло масляное давайте лол напечатаем вот lol 108 108 юные кодировщики заработай так сразу пишу еще один 108 потому что l два раза у нас встречается Нужно посмотреть код буквы О. О. Можно приколоться и нолик какой-нибудь. Давайте ноль туда. Давай. Во ноль. Но это не тот ноль. Это какие-то управляющие. Вот видите до девятого символа. А не только девятого символа. Не хочу про них сейчас говорить. Уф, 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 уф. Где у нас числа? Во. Вот ноль обычный ноль. У него код 48. Так, ну и давайте напечатаем, что у нас получилось. Напечатаем S2, строчку S2. Выйдет лол, да, получился лол. Отлично. Ну поняли, да? Можно даже вот результат вот так вот сделать. Смотрите, берем предыдущую строчку нашу, Упсу. вместо чисел который наш лол обозначают, мы попробуем результат этой функции, но я хочу, например, вывести слово Амба. Значит, с, какого, с какой с буквы нужно вырезать нам тут вторая, третья, четвертая с четвертой, четыре, с четвертой, пятая, шестая, седьмая. Давайте с восклицательным знаком, пусть восьмая будет. Так. Амба получилось. А еще я забыл сказать, ну и тут вообще-то в хелпе почему-то не было написано в справочнике. По-моему, можно вот так сделать. Если мы укажем символ, например, минус 1 это значит будет последний символ. Вот ассоциативный знак должен быть. Да. Если мы укажем, ну давайте попробуем. Не случайность ли это? Может она другой какой-нибудь восстательный знак? Так. Минус 1, минус 2, минус 3, минус 4, минус 5. Минус 5 должна быть маленькая буква А. В принципе, примеров по строкам. Ага, все сработало. Примеров много, но нормальных видеоуроков по строкам функций, которые разжевывают все, я не встречал. Так, дальше. String dump. Вот эта вот функция, тут очень кратко написано, в принципе, можно в StringDump, вот давайте посмотрим. Вот у меня дальше идет мой а, пример. Я сделал какую-то функцию hello и пытаюсь вызвать теперь StringDump. Что же происходит? String dump, возвращая, в, первый, в параметр StringDump мы должны передавать название функции, ссылку на функцию. И stringdump должна вернуть бинарное представ... строку с бинарным представлением этой функции. Эту строку, в принципе, если вот мы сейчас сделаем напечатать, мы не увидим эту функцию. В некоторых реализациях Lua, когда вы так делаете, у вас прям могут напечатать э, содержимое функции, будет прям написано function, hello, скобка, скобка и так далее. Но здесь мы видим вот какое-то служебное, это Roblox так работает. LuaQ, Lua В принципе, вот в этой строчке э, как бы исходный код вот этой функции. Есть такая в луа э, функция, называется луат string. В ней можно любую строчку написать, например, a плюс b2, и она выполнится. Ее можно динамически менять, ну, чтобы, ну, вот хакеры, например, когда пытаются взломать Ваши игры. Они пытаются получить, ну, админ-контроль. И если у вас а, есть где-нибудь где, -нибудь, где -нибудь используется load string, получается, они могут передать любой код. С помощью любого кода они могут напечатать, вывести куда-то ваши пароли, ваши админские там секреты все узнать. Поэтому в роблоксе конкретно в роблоксе вот эта функция load string запрещена. Вот давайте я сейчас запущу и мне тут поругаются. Да, load screen недоступна. Но вы знаете, что я не хочу на этом останавливаться. Но в принципе есть такая в настройках сервера в Роблоксе. Можно разрешить эту функцию. Но это на свой страх и риск. Я вообще-то не советую. Нормальные программисты могут обойтись без нее. Но это то, что нормальные. Создание игр точно может обратиться, обойтись без этой штуки. И давайте я не буду тогда подробно останавливаться. Тут есть еще кое-какие нюансы при работе функции, Но раз мы ее не можем вызвать, то ее, ну, ну ее нафиг. Так, дальше. StringFind ⁇ это поиск вхождения кусочка строки или шаблона маленького фрагмента строки в большую строку. Если ничего не находит, то возвращает NIL. По умолчанию начинает искать с первой позиции. Если параметр вот этот первый, второй, третий, четвертый параметр true, то то регулярные выражения отключаются. Регулярные выражения это вот вот здесь. Это тема для отдельного урока для того, чтобы искать не целые слова, а фрагменты слов. Ну вообще удобная штука для разбора а, строк на кусочки. Давайте вообще эту функцию перескочим. Если я буду делать урок, вот отдельно по этой функции сделаю урок. А для поиска вот таких вхождений у нас будут еще следующие функции. Там есть еще для поиска. Переходим на стрим формат. Неплохая очень функция. Возвращает параметры, а формате в соответствии с первым параметром. Модификаторы не поддерживаются. Ну, это подразумевается, что модификаторы, которые языки, есть в языке C, не поддерживаются. Давайте а, сейчас найдем какой-нибудь пример. Я его. Да, ну вот, например. Ага. Так. А давайте вообще весь этот мир. Мир. Вернем. Так, давайте стираем все эти дампы. Нам они не нужны тоже комментарий стираем. Так, исправим ошибку. Так, title. Еще раз так. А у нас что-нибудь в тег занесено? Ничего не занесено. Uh. Так, 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 А, в тег занесено и title занесено. Отлично, это два примера. Давайте я запущу, посмотрю, выведется на экран. Сейчас буду вам рассказывать, в чем дело. Да, получилось, получилось. Вот мы видим три строчки. Давайте смотрим на наш скрипт. Изучаем мы сейчас функцию string.format. Итак, как у нас написано в справочнике, вот здесь даже в русском справочнике. А первая строчка это как бы трафарет. Трафарет как выводить? вашу строчку. И на самом деле то же самое написано и в... Да, ну только более кратко. Итак, первое, первым параметром идет строка, а дальше через запятую множество-множество-множество еще параметров, которые мы хотим выводить. А, то есть, если мы хотим вывести красиво строку, ну вот... Давайте попробуем вывести просто MFP. Без, без вот этого форматирования. Кто нам мешает? Пишем Print. Пишем эту константу MFP. В ней содержится какое-то число. Число π. 3. А, видите, как много содержится, да? Чисел после запятой. 3, 14, 15 и так далее. А дальше мы выводим уже форматированно, красиво. С четырьмя числами после запятой. Ага. Как же это происходит? Вот этот пример рассматриваем. Мы печатаем не просто MSP, мы его печатаем сначала обработав, отформатировав в нужный формат с помощью вот этой функции Street Format. Итак, мы видим на экране, что обычный текст выводится, как вот мы задали его в формате, он выводится. Но есть волшебный символ, процент именно с этого процента и начинается форматирование. Первый процент, если встречается, он будет работать с первым числом, с первым, ой, ну с последующим параметром, с последующим аргументом, с которым вызывалась эта функция. Так, а давайте, например, какое-нибудь вот число здесь укажем. Я еще один процент, напишу процент D. Давайте запущу и посмотрим, как у нас изменится. Да, смотрите, напечатала π равно столько-то с четырьмя а, цифрами после запятой и наш 777, как я и хотел. А, если я напишу еще, здесь, по-моему, можно так строку. Хай-хай-хай. Так, должно сработать. Отлично, печатает. А, про вот это форматирование, про правила форматирования можно на русском языке найти. Ну вот я, ребят, а давайте я русский включу здесь точно. Это Википедия. Так, листаем, листаем. Как вот после этого волшебного символа, который я говорил, процент, что можно писать? Так. Вот он, синтаксис, а, специфика, спецификатор формата. Итак, начинаем с процента. Дальше какие-то флаги указываем. Флаги вот у нас есть в таблице. Минус, это значит выводимое значение выравнивается по левому краю в пределах минимальной ширины поля. Кстати, здорово. А плюс всегда указывает знак плюс или минус. Ну и если у нас отрицательное число... Ага, понятно. Если мы знак плюс не укажем, то нам всегда будут показывать минус только у отрицательных чисел. А если мы хотим, чтобы нам показывали, подчеркивали, что это число положительное, давайте вот напишем плюс. Да? И посмотрим, как нам выведут наше π. Видите, плюс появился. А если мы с этим плюсом, но мы попробуем не π вывести, а минус π, что же нам выведут? минус появился. Отлично. Иногда для того, чтобы у вас число вправо-влево не прыгало при выводе таблиц каких-то, вы хотите, чтобы каждое число занимало, например, для чего здесь сделали форматирование? А для того, чтобы у нас число π очень кратко выводилось. Не вот такой длинной балалайкой, а вот кратенько. Так, ну отлично. Дальше. Может быть пробел. Пробел. Пробел это значит, это все еще мы говорим про а, флаги. После вот этого процента флаги идут. Они в любом порядке. Плюс, минус. Кстати, можно и вот так минус написать про то, что пробел, плюс, это все идут флаги. Давайте запустим, посмотрим, что в принципе у нас ничего сейчас не изменится. Да. А почему не изменилось? Потому что мы ширину поля не задали, внутри которого выводится вот это наше число. Мы задали только количество цифр после запятой. Но мы до этого еще дойдем. Альтернативная. Ну, этим я не пользовался. Альтернативная форма вывода значения. Ну и нафиг. Если нолик мы напишем, то у нас не пробелами будет дополняться число до ширины. Как ширину этого поля задать? Например, ширина поля для вывода π будет 20 символов. Вот такое вот примерно будет поле. Вот. А все остальное будет после этого поля печататься. Сейчас мы до этого дойдем. Так вот, пустые значения у этого π мы можем нулями заполнить. Получится, например, минус 0,000003.1416. Так, ну давайте сейчас мы до этого еще дойдем. Вот как раз уже ширина дальше указывается. Флаги мы посмотрели, вот эти все флаги. Модификатор ширины. Как его указывать? Ширина, десятичное число или символ, звездочка указывает минимальную ширину поля, включая знак для чисел. Ага, если мы укажем, так, про звездочку. Что-то я... Ага, 0 звездочка x выйдет. О, классно. Если мы указываем ширину не числом, вот давайте число сейчас попробуем. Там про звездочку особенность. Так. Дальше идет число до точки. Это вот все у нас разрешенные флаги. И давайте, например, делаем действительно 20. 20 символов. Посмотрим, как наше π будет отображаться внутри 20 символов. Вот, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Ну, честно говоря, пробел это у нас здесь узенький. Здесь не моноширенный шрифт. Ну, уж поверим, что 20 символов. Так, и давайте теперь выравнивание сделаем, чтобы он. Или не выравнивание, давайте сделаем, чтобы он дополнялся, дополнялся ноля, нулями. Помните флаг? Не пробел сделаем, а ноль. Так. На отрицательное число это не повлияло. Или это у нас... Давайте не здесь сделаем. Правильно. Так, вот, десятичные. Показываем. Сейчас прочитаю. Так, 0. Дополнять до ширины. Угу. Пишем. Вот здесь 0. 0. И указываем ширину, допустим, 10. Отлично сработала для вот этого числа до следующего аргумента. Три семерки, да? Я говорю, выводи. Вот этот первый нолик означает, забивай вместо пробелов э, перед числом нулями. Все, чтобы не искажать само число. Э, а десятка это сколько символов, всего шириной поля, где мы печатаем. Ну а дальше вот эта буква D, мы до этого дойдем. D это десятичное число печата. Ну, например, здесь процент S. S это значит строчку печатать. Если вы эти S и D перепутаете, вот, например, я здесь D напечатаю, вообще должна ошибка. Да, ошибка говорит. Четвертый аргумент нашего формата. Ожидали число, а получили строку. Ну, не безобразили. Конечно, безобразили. Это кажется сложно, но это сильно проще, вот этот формат форматирования, чем, ну, например, регулярные выражения делать. Я с удовольствием сейчас все это рассказываю, потому что это пригодится, когда я кого-нибудь учу, то я ему буду этот урок подсовывать. Типа, на, посмотри. Так, с нулями мы разобрались. Если мы здесь напишем не 0, например, вот здесь, а пробел, смотрите. Так, а здесь можно не волшебное число, а, например, восстательный знак. Давайте посмотрим. Получится первое число как-то отформатировано со, со своими 20, потом восстательный знак и 10. Это пробелы, пробелы узенькие, поэтому у нас вот все так выглядит. Отлично. Если непонятно, сами читаем по-русски где-нибудь. Или... Так, дальше модификатор точности. Как его указывать? Указывает на количество символов, которое должно появиться при обработке типов. Указывает. А я вот не вижу, а, ну вот пример, да, через точку. Точку мы должны указать. Потом... А, ребят, вот про звездочку было сказано. Если мы указываем не длину в числах, вот здесь, 20, например, да, мы можем указать здесь не 20, а можем указать звездочку. Тогда что это означает? Перед этим аргументом... Перед ним. Сейчас уточню. Что-то я не помню. Та -та 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 -та. Если качественное указывается, качественное поле указывается в списке аргументов перед значением для вывода. Ага. Вот здесь восьмерка указана перед 15. И вот 8 символов. Ага. Так, ну давайте попробуем. Эм... Что-то ругается. Не должно ругаться. Давайте вот здесь попробуем. У этого. Так. Звездочка. Эти звездочку уберем. Возможно, здесь это и вырезали в реализации робоксовской. Звездочку. Так. 15. Ладно, ребят, не будем тогда с этой звездочкой заморачиваться. Если нашли у меня ошибку, если я не туда поставил, но в комментарии напишите. Так, со звездочкой не будем париться. Модификатор размера. Указать размер данных передаваем переданной функции. Так. Угу. А, ну понятно. Ну у нас это не касается. А, ребята, да, 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 да. Вот же написано, что не поддерживаются стринг формат, да? Хотя здесь не написано, а вот, а вот здесь, по-моему, написано. Да. Вот, все понятно. В языке Lua не поддерживается звездочка, не поддерживается L, L, N, P и H. Так что то все правильно. Нужно было просто прочитать. В языке все, все это поддерживается. И дело тут не в Roblox а просто в языке Луа вот эти вот модификаторы не поддерживаются. Ну и ладно, ничего страшного. Так, давайте дальше читать, что у нас есть. Формат. LEN возвращает а, длину строки. Ну, на самом деле у нас в языке Луа Lua... давайте сделаем вот так. print Lend. и строку. И давайте полу, полуашному напишем звездочка, это узнать длину. Пишем star. Посмотрим. Первая строчка. 11, 11. Все отлично. Длина этой строки. Так что можно вот эту вот функцию оставить для совместимости. Потому что много программ написано, ну, видимо, давным-давно на языке Lua. А в них еще не использовали звездочку для того, чтобы узнать длину строки. Вот. А еще чем хороша, возможно, функция в Lua, мы ее можем переопределить. Например, если вы пользуетесь строками, где у нас кодировка UTF-8, вы можете написать свою функцию, которая будет длину а, строки правильно отображать количество букв. Ну и не так неправильно, а как вы хотите. Потому что если мы сейчас передадим а, UTF-ную строку, где некоторые буквы или смайлики четырьмя байтами а, выдаются, нам вот эта вот длина покажет именно длину в байтах, но не в символах, которые выводятся на экран. Вот. Так, что у нас дальше? Lover, string ловер string сделать все маленьким, в малом регистре. Ловер. Маленькими буквами, чтобы нам все написало. Вот давайте какую-нибудь букву М еще большую сделаю. Карамба. Должно напечатать все маленькими буквами. Видите, карамба маленькими буквами получилось. Поняли? В, ни, в нижний регистр переводить. Кстати, если будете сами сейчас изучать, пробовать эти функции, желательно все, все попробовать самим, напишите функцию, которая у любой, любой, у любой строчки будет делать первую букву большой а все остальные маленькими, и возвращать. Для чего это нужно? Это когда вы заполняете, например, какую-нибудь анкету. Как тебя зовут? Вася. Если Вася написал все большими буквами, но вы знаете, капсом же некрасиво писать, она нам напишет вот так. Сделает Вася. Или если Вася забывчивый, если он напишет вот так, Вася, чтобы все равно получилось Вася. Вот, вот такая простая задачка. Но для ее решения потребуются еще некоторые функции, которые мы в строках не прошли. Сейчас, они, сейчас мы до них еще дойдем. Так. String match. Поиск первого вхождения шаблона. Вот из этого, из второго, во втором параметре этой функции, в строку S. Видите, почти, ну не почти, а во всех функциях строки первым аргументом в первый параметр передаем строку. Так что единообразие здесь есть. Так. Давайте посмотрим примерчики. Так. Drink match. Ага, здесь у нас нет. Окей, okay. тогда сами напишем. Так. Так, а интересно. Ага. Тут уже есть отличие. Вот здесь просто match, а в Roblox у нас есть gMatch. Возвращает итератор. Функцию итератор, которая каждый раз, когда мы ее вызываем, Возвращаются следующие выхваченные кусочки, совпадающие с паттерном из этой строки. Ну, можно, конечно, найти пример. Так, я посмотрю вообще. А. Да, знаете, вот эта вот русская документация, это она старенькая у нас. Старенькая, здесь не все есть. Ну, давайте пойдем по роблоксовской. Просто с более сложного примера тогда я не буду начинать. Там есть просто match и есть просто sub. Just, just sub. Давайте вот мы на них, на них остановимся. Так. Угу. так. ребят, чтобы не набирать. Ага, вот. Давайте вот такой пример посмотрим. Так, ну давайте я уже здесь все сотру. Урок длинный, наверное, получится. Ну, его один раз посмотрел, а дальше уже... Или лучше сразу читайте документацию. Так, так, И мы сразу еще принты добавим сюда. Принт, принты. И давайте разберем, как работает функция. Итак, вот строчка, в которой мы что-то ищем. Можем сюда передать и написать "стр карамба" и она должна найти. три числа. Форматирование такое же, как в формате. Ну давайте, ладно, я запущу. Я строчку не закрыл. Print. А, не ту, не ту скобочку поставил. Нужно круглую скобку поставить. Это к принту относится. Так. Нашло 123, нашло Ю. Угу. Отлично. А если мы здесь напишем, например, вот так. 22. А если мы напишем это 22 через пробел, чтобы было понятно, что это как бы число. Ой-ой-ой, ребята, да, я ошибся. Извините, здесь используется не такое форматирование, а паттерн тоже... Э, вот написано здесь почерк. Процент D э, совпадает с цифрой. И оно ищет вот по такому шаблону три стоящие рядом числа. Так что если я здесь напишу, например, вот так. один, даже если соединю так, то она мне уже найдет первое вхождение. О, 21. А можно, например, поискать вот так. Если у нас, не помню, минус является магическим числом, ой, магическим символом или нет, найди три числа через минус. Так, она нашла мне двойку. Да, это, видимо, является. Там, как экранировать-то? Что-то я уже забыл. Ох, блин. Я же говорил, что по паттернам, по регулярным выражениям будет отдельный урок. Ладно. Ладно, тогда мы сделаем вот так. У -у -у -у. Вот так. Найди мне три числа, которые через пробел должно сработать. Ага, нашло. Отлично. Ну, суть, по крайней мере, ясна. Первый аргумент в этой функции, которую мы передаем функции, это строка, в которой ищем, а во второй какой-то шаблончик, который должен совпадать. Ну, например, если мы здесь напишем фу, то она нам просто выдаст фу, что да, нашло она фу. Так, нашло. А если я попробую найти то, чего там нет, F2U, да, что она, по-моему, должно вывести nil. Да, вот она выводит нил. Так, давайте следующий пример рассмотрим. А, ну, тут, тут пример разобран, что а, волшебный символ почерк ю означает найти символ, который заглавный. Ну вот нам U он и выводил. Если мы впервые где-нибудь в строке сделаем большой символ другой, то она найдет нам его, потому что она находит первое вхождение. Окей. Okay. Так, давайте дальше смотрим пример. Не буду пока копировать. А, ну вот по вот этому адресу. Вот как раз это обучение паттернам. Паттерном это как искать, как создавать эти паттерны а, для поиска каких-то вхождений. Так. Ладно, не буду, ребята, я останавливаюсь на этом. Я этими паттернами пользуюсь сам. Не в Роблоксе, правда, а в других программах. Так что у нас дальше идет матч. Рэп. Ну, рэп очень простая. Uh, string рэп возвращает строчку, которая состоит из n склеенных копий строки. Покажу, но ну, мне вообще-то все и так было бы понятно. Например, 10 раз повтори строку. А там у нас карамба находится. Да? Давайте напечатаем. Должно быть 10 карамб. Отлично. Все получилось. Так. Честно говоря, никогда не пользовался этой функцией. String reverse, она задом наперед, ну как бы инвертирует строчку. Давайте я вызову string reverse для 10 наших карамп. Видите, как вызвал эту функцию. Ее результат пойдет в функцию string reverse, а результат перевернутой строчки пойдет в нашу функцию print, и мы его напечатаем. Во. Амбарак, амбарак. Ну, отлично. Я надеюсь, не вызвал никаких демонов. Сейчас. Так. Дальше. Классная функция. Вот это вот просто классная функция. Ей часто пользуюсь. Так, давайте посмотрим, что у нас. Ага, русского описания нет. Ну и ладно. Так, давайте посмотрим здесь. Здесь у нас тоже нет. Ну и ладно, тогда будем разбираться с роблоксовским. Итак, функция называется string.split. Split это разделять. Передаем строчку и передаем ей разделитель. Что эта функция делает? Она делит строчку на кусочки с помощью определенного разделяющего символа и возвращает табличку с результатом. Так, если в результате такого вырезания получится кусок пустой, кавычка-кавычка, сейчас мы это разберем, то эта часть будет ну, возвращена как кавычка-кавычка. Ну, например, а, ну вот здесь пример. Так, а давайте-ка мы уже сразу начнем. Так, сделаем. Для вывода содержимого таблички. Так, вот это вот мы все стираем. Так. Print Т и Т. Давайте мы даже вот как сделаем. Ну, сначала этот пример. Так, возвращаем. Создаем табличку Т. Почему табличку? Потому что написано: Функция возвращает таблицу. Она делит строку по вот этим символам. Что у нас здесь за строка? Давайте, во-первых, посмотрим, как нам все ее разделят. Да, получилось два кусочка ABC, D и F. Эти два кусочка находятся в таблице Т. С индексом. Т, в скобочках 1 АБЦ лежит, а с индексом 2 лежит ДФ. Если мы добавим, например, сюда еще вот такой символ разделителя, или давайте, например, вот такой сделали символ разделителя, и здесь тоже сделаем не одну букву, а две. Посмотрите, как у нас строчка поделилась. Мы разделитель указали двойными вертикальными черточками. Поэтому вот эта штука разделителем не сыграла. Вот она попала. Вот получается первая часть у нас здесь. Дальше идет разделитель. А вот вторая часть. Хорошо, да? Так, ладно, возвращаем одну палочку и возвращаемся к тому моменту, что же у нас получилось? Почему у нас здесь есть пропуск? ABC, DF. Смотрим на нашу строчку. ABC, DF. А тут оказывается два разделителя, а между ними пустая строка. Вот нам пустую строку, кавычка, кавычка, и добавили в нашу таблицу. Ну все, здесь больше, по-моему, обсуждать нечего. Так. Очень полезная функция. И вот написано. По умолчанию Разделитель, символ, запятая. Давайте сотрем второй аргумент. оставим только строчку. Посмотрим, на сколько частей разделит нам оно ее. Он разделил ее. Он ее не разделил, оставил одной частью. Помним, что там запятая. Теперь давайте где-нибудь запятые вставляем. Вот сюда, вот сюда, сюда. И посмотрим. Вот он разделил. Вы поняли, да? Если мы не, не передаем втор второй аргумент, здесь не пишем никакой, а, например, вертикальная палочка, да, то у нас вместо этой палочки подставляется запятая. Ну, честно говоря, я про это даже и забыл. Но, когда пользуешься функцией, посмотри всегда в документацию, чтобы все работало у тебя. И вообще привыкайте сами читать. Вот это отличная функция, просто, ну, без нее жить невозможно. Ну, она у нас есть и на русском. Вот она, sub. Возвращает под строку. Ну, что такое под строка? Под строка это кусок, фрагмент строки. Первым, sap первым аргументом у нас идет строка. Потом начальный индекс и индекс конечный. И опять же, как я в предыдущем примере, говорил, что индекс можно делать отрицательно. И вот смотрите, помните, в предыдущем примере, который я вам показал, если я делаю минус 1, то подразумевается последняя буква. Ну и здесь вот написан пример. Если мы указываем только строку и начальный индекс, то вот конечным индексом подставляется минус 1. Получается, берем строку, с какой буквы и по умолчанию, если мы не указали, то до конца этой строки. Ну давайте теперь... Попробуем. Вот у нас есть эта карамба. Давайте теперь sub Сюда эту карамбу. Засунем. Так, что мы хотим вырезать? Мы хотим вырезать первую букву. А здесь будет получаться. Он возвращает строчку. Так, будем воз... печатать эту строку. Кстати, если бы мы все это делали сейчас не в Roblox Studio, а, например, в Zero Brand Studio, то мне не пришлось бы эти принты делать. Мы бы удобно в отладчике все это смотрели. Про отладчик в Roblox я отдельный урок запишу. Сначала нужно этот отладчик освоить. Я им не очень владею. В Roblox. Так. -с. Мы хотим первую букву. Не первую букву, а давайте со, со второй буквы, точнее вот так. Что сейчас произойдет? Это ничего не должно произойти, должна карамба без всяких искажений вывестись. Mm -hmm. Почему? Давайте смотрим. А, что делает функция string_sub? Она кусочек возвращает строки, строку передали, из которой кусочек, с какой буквы. Если мы не, не указали по какую, то она будет с этой буквы, с первой буквы до последней. Давайте укажем. 1-1. Первая буква вырезана. Ну, угадайте, если мы сейчас напишем 2-3. Какие буквы? R. Давайте даже 4 сделаем. Пусть R будет. Кто-то порадуется. Выглядит как ага. Так, ну, можем вот так сделать, например, с минус... А, кстати, так можно? С минус второй по минус первую. Значит, с предпоследней буквы по последней. Вывела, но так как мы выводим там про пробел, поэтому я не очень вижу результат. Давайте с минус третьей по минус первую. Должен быть высоцательный знак, пробел, высоцательный знак. Ну, все отлично. И вот видно, я тут выделяю. Во, да, посередине пробел есть. Отлично. Так, это очень полезная функция. Ну, string upper мы не будем рассматривать. Это то же самое, что и stringLover. lower. Вот помните, которая малыми буквами делает. Только она все делает. Господи. Что бы не сделать. Так, сейчас карамба будет большими буквами. Карамба. Отлично. Кстати, в некоторых играх, ну в Roblox я не знаю, не видел, а в некоторых квестах а, персонажи говорят с акцентом. Например, если вы хотите сделать, чтобы какой-то NPC или кто-то там кричал, вы можете все его, ну, например, у него состояние, он разозлился после того, как он с вами а, поторговался, вы его облапошили, и он у него теперь рожа красная, и он должен с вами теперь громко разговаривать. Ну вот вы весь текст его обрабатываете с помощью String upper, и он, он будет капсом говорить. Для русскоязычных пользователей, к сожалению, есть беда. В принципе, Луа, наверное знает вот только такую страничку. Вы видите, здесь русских букв у нас нет. Все вот эти upper, lower, они не работают с русскими буквами заглавными большими. Увы. Так что учтите это. Для этого нужны отдельные библиотеки, которые на Lua, где скачиваете, как модули используете. Так, ну что у нас еще осталось а, в документации? Так, ну у нас осталось, а, остались вот такие вещи. GSAP и GMATCH. А, они возвращают итераторы. Эти итераторы, я на словах объясню, ну я думаю, что вы документацию найдете, это в цикле FOR можно сделать, чтобы перебрать, как бы сказать, распарсить всю строку. В цикле for она найдет первый фрагмент, в следующей итерации цикла for она найдет второй фрагмент, который удовлетворяет этому шаблону, этому паттерну. А если больше нет, то цикл остановится. Я, по-моему, здесь даже где-то... А, вот, вот есть же примеры. Да, вот пример. Давайте, я не буду уж его набирать. А, да ладно. Что тут набирать, скопировали и посмотрели. И сейчас разберем. И тогда у меня будет полный урок описания всех всей этой библиотеки. Тут а что, что тут не договаривать? Отлично. Мы видим, что всю строчку разобрали по, по словам. Как это работает? Вот строчка, в s находится for v in, а дальше вызывается функция, функция итератор. Про, про то, что такое итератор, тоже, наверное, почитайте или посмотрите где-нибудь уроки. Я уже сказал, что функция при каждом вызове она возвращает всю следующую, следующую, следующую функцию. А, на самом деле вот у этой функции есть еще третий аргумент, третий параметр. Так, где это было написано? Вот. Кемачки, okay, сапор. Где? Ладно, или где-то не написано. Ладно, не будем на этом останавливаться. Неважно, здесь два аргумента. А, идет в паттерне, в шаблоне, что же нам а, вырезать из этой строчки. Идет вот что. А плюс. Это значит... Так, плюс. Опять вспоминаю. Одна или больше букв. А это означает буква. и это все работает до пробела. Пробел, пробел уже не является буквой. Так. Ну и все. При первом вызове, если бы мы использовали здесь функции не game match, а просто string match, как мы в предыдущем можете перемотать, она бы всегда нам возвращала первое, первое слово. Вот так. Hello бы возвращала. А так как у нас в цикле она начинает... Продолжает с того места, где остановилась в последний раз. Она будет вырезать сначала первое слово, потом второе. И можно более сложные э, паттерны делать. А паттерны это я говорю уже отдельная у нас тема. Так, давайте посмотрим вот этот вариант. Разберем, что же нам тут хотят показать. Так, пустая табличка создали. S from, from world to lua. Uh, здесь цикл используется такой, что uh, внутри цикла в k у нас ключ в таблице, а в v это значение, которое в этом ключе. Итак, нам эта функция возвращает. Так, что же она возвращает? Здесь нужно посмотреть. Это, видимо, любые символы. Черт, у меня где-то, у меня же здесь открыто. Давайте посмотрим. Справочник. Во. Так, что у нас? Плюс, что означает? Ага, Значит, предыдущий символ, ну вот W у нас там, мы сейчас про него прочитаем, он может быть, повтор... он может быть один или больше раз. А если бы мы вместо плюса, ну это вот здесь имеется, да, вот здесь плюс, если бы мы здесь вместо плюса в этом шаблоне использовали, например, звездочку, то он мог встречаться и ноль раз. Значит, этот шаблон бы сработал, даже если бы здесь было вот так вот так. Так, так минус. Написано предыдущий символ или какое-то волшебное выражение. У нас в данном случае волшебное выражение это звездочка W. Оно означает, давайте где оно так, так, так. Так, ну здесь кратко написано, нету w Ребят, уже уже поздно, уже, блин, два часа ночи, во сколько я начал записывать. Можете в комментариях написать. Ну, или если у меня будет время, тоже я ссылочку на. Есть хорошие уроки, я видел по паттернам. Все там очень хорошо расписано. Вот, варианты, как задавать паттерны эти. Вот. Итак, в Кей у нас ключ в v значение И у нас в таблицу ключ с именем. А, вот как хитро здесь сделано. А, здесь в кей идет то, что первое вернет вес а второе она возвращает значение. Вот. Итак, в таблице в ключе from будет храниться слово world, а при следующей итерации в таблице t с ключом to будет храниться ua. Так, ну чтобы это напечатать, можно вот так вот сделать. И на этом мы будем заканчивать. И вопросы, если что, задавайте. Я уж вам в комментариях отвечу. Кому-то что-то было непонятно видео, тоже можете задавать вопросы, посмотреть, может быть, уже ответы под этим видео. Тема довольно простая, если бы не касаться вот этих вот паттернов, регулярных выражений, поиск в строках. А многие задачи, например, вы начали язык учить луа, и многие первые задачи как раз работают со строками, что найдите там такое-то слово, Вырежьте там буквы с такой-то по такой-то. Напечатайте там заново вперед или через букву. Так. Давайте напечатаем. Отлично. Печатает KV. И тут печатает KV. А в табличке у нас... Таблич, к табличке можно будет потом обращаться вот так. Например. print t.from Должно напечатать World. Окей. Okay. Ну вы поняли, да, что на самом деле фронта вот так вот работает. Урок про таблицы, посмотрите, если что. Это эквивалентно. Это одинаково работает. И у меня следующий урок. На нем мы закончим вот эти вот библиотечки. Так. Следующий я должен рассказать очень важную вещь. Это про таблицы. Про таблицы сильно проще, чем со строками. Строки, наверное, были... Да, здесь видите, как мало. Ну, сложная будет сортировка в таблицах. И все. Урок будет короче, наверное, в два раза, чем вот этот. На этом заканчиваем. Ставим лайки. Шлем донаты, конечно же что если не будете слать донаты, ну, уроки я буду выкладывать, выкладывать, какие захочу. Я еще раз говорю, что по языку Луа я буду бесконечно уроки писать. Вот, а по Роблоксу, ну, наверное, только если какую-нибудь идею интересную увижу от вас, например, в комментариях. Ну, не очень много интересных идей, честно говоря. Там в основном народ просит сделай то, сделай это. Как-то все неинтересно. Так что шлем донаты, мотивируем. Всем пока.